Бизнес на любой вкус. Выставка ко дню предпринимателя открылась в областном центре. Участников мероприятия поприветствовал глава региона. Бизнес – важнейшая составляющая экономики области. Налоги с этого вида деятельности составляют значительную часть региональной казны. Досуг, спорт, красота, строительство. Бизнес может быть очень разным. Как правило, все самое удачное рождается из простой, на первый взгляд, непривлекательной идеи. Например, антистрессовая продукция. Идея была заимствована из Европы в 2008 году. И делать первые игрушки, известные теперь уже по всей стране, начали именно в Иванове. Это подушки, это игрушки различной тематики для взрослых, для маленьких. Аудитория абсолютно разная. Это интересно. Это уже пусть не настолько ново, но актуально. Бизнес, я считаю, достаточно прибыльный. Мы развиваемся. Сейчас у нас появляются новые игрушки из гидрогеля, подушки для беременных. Пытаемся обеспечить доступность всем нашим клиентам. Провести выходные в уютном живописном месте, не выезжая за пределы региона. Возможно, это благодаря дачным отелям. Сирень, поделки ручной работы, варенье из одуванчиков. Все это привезено участниками выставки из одного такого отеля. Сейчас наступает лето, это благодатная пора, можно покупаться в водоеме. А у нас течет река Волга, поэтому можно отдохнуть на нашем пляже и покушать нашу вкусную кухню. Наш отель специализируется на русской кухне. Мы стараемся следить за самыми последними тенденциями в гостиничном бизнесе, поэтому нашим гостям, наверное, у нас и комфортно. Подобные мероприятия позволяют предпринимателям обмениваться опытом. Кроме того, это отличная реклама. Всевозможные буклеты, листовки, флаеры здесь раздают на каждом шагу. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.